водичка вкусная. Пап, ты бы, может, мне покушать что-нибудь приготовил? Покушать? Сейчас, секундочку. Федор Сергеевич, тут это, ну как его? Тут, короче, нет ничего, нет продуктов. Как нет продуктов? Я что, голодный буду? Я есть хочу, пап! Ну, это, Федор Сергеевич, а у меня есть идея. Давай я дам тебе денежку, и ты сходишь в магазин, купишь каких-нибудь продуктов. Принесешь, и я тебе приготовлю все. Отличная идея. Давай деньги считай, а я пошел одеваться. Пойду за продуктами. Я ж взрослый, все куплю, не переживай, пока. О, ты так быстро собрался? Отлично. Тогда давай побыстрее и не задерживайся, а то сильно проголодаешься. Застегнусь только. Список, продукты, надо покупать. О, тележка маленькая, отлично. Так, что-то я вижу какой-то интересный магазин. Магазин игрушек, зайду-ка я туда. Хожу пока по магазину игрушек посмотрю, а потом за продуктами. О, продукты, ничего себе. И кукуруза, и баклажан, и рыба, все есть. И зачем мне идти в магазин, все здесь куплю. Все как по списку, отлично, пойду дальше смотреть. Как удачно-то я зашел. О, что я вижу, еще что-то интересненькое, ну-ка. Опачки, что это у нас такое? Ух ты, мороженое, хот-дог, картошка фри, пироженки разные, круто. Зачем вообще ходить в магазин за продуктами, когда все можно купить в магазине игрушек, а я и не знал. Берем. Отлично. Дальше пойду посмотрю, может еще что-то найду. Ох, я и довольный, сколько всего набрал. О, еще что-то есть. Ух ты, опять. Гамбургер, наггетсы, бисквитное печенье, кетчуп. Класс. Возьму это. Вот папа обрадуется, какой я молодец, сколько всего купил. Главное, все по списку. Так, хочется еще каких-то фруктов. Интересно, есть в этом магазине? Конечно, есть. В этом магазине все есть. Ух ты, банан, клубника. Вот здорово. Еще и ножик с досточкой. Сразу все можно приготовить. Класс, берем. Дальше пойду посмотрю. Какой классный магазин. Я теперь всегда сюда буду ходить. О, а что это за миска? С чем она, интересно? Ну-ка. О, пончик и всякие вкусняшки. Здорово, тоже беру. Целую корзинку игрушечной еды. Класс. Даже не влазит уже. Надо аккуратненько положить. Вот сюда, наверное, да. Надеюсь, папа меня не наругает. А хотя что ругать? О, авокадо. Папа любит авокадо. Я ему куплю авокадо, он меня точно ругать не будет. Такой мягенький, вкусненький авокадо. Круто. Так, а в чем же я буду все эти вкусняхи подавать? Мне надо купить посудку. Так, пойду-ка я поищу. Ну и где же эта посудка? О, а вот и посудка. Отлично, я даже смогу все это приготовить дома. Супер. Надо уже на кассу отправляться, а то папа меня ждет. Где же касса? Где? А вот и касса. Что я вижу? Мороженое. Вот это здорово. То, чего мне не хватало, тоже возьму. Ну все, надо уже рассчитываться. Ну все, ребятушки, всем пока-пока. Вы были на канале Федора. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. Пока-пока. О, розовая акула. Интересно. Что ты тут, Федор, засмотрелся? На что? Пап, разве бывают розовые акулы? Что-то я ни разу не видел. А ты что, когда-то их вообще видел? Ну, по телевизору видел, но розовых не видел. А тут розовая. Я тебе честно скажу, я лично тоже розовых акул никогда не видел. Вот и я о том. Ладно, Федор, хватит тут стоять, стекло лапать и странных акул розовых рассматривать. Я челлендж придумал. Пошли, расскажу, какой. Ну, идем. Решил я, Федор Сергеевич, побаловать тебя, так сказать, праздник тебе устроить. О, круто, это я люблю. Давай я тебя посажу в тележку и сейчас все расскажу. И куртки снимем, чтобы жарко не было. Ну, давай скорее. Давай, Федор Сергеевич, мы с тобой попытаемся за 5 минут всю нашу тележку заполнить всякими вкусностями, сладостями и даже разрешая немножко вредностями. О, круто! Тогда стой, смотри, что вижу я! Кока-кола, Фанта, Спрайт! Ага, подожди, не спеши! Это бы все было бы легко и просто! Есть одно условие. Если какой-то
лимонад, то только один. Если чипсы, то только какой-то один вид. Если, скажем, желейные конфеты, то тоже только какой-то один вид. Согласен? Ну ладно, один так один, все равно хорошо. Бери давай фанту. Вот такую. Отлично. Ну что стал, побежали быстрее, 5 минут-то всего у нас. Так, где-то здесь, Федор, я видел кукурузные палочки. Во, скорее, выбирай какие-нибудь. Быстрее, быстрее, голубые бери, быстрее. Клади в корзинку, поехали дальше. Отлично, поехали. Так, холодильники, Федор Сергеевич, смотри, можно взять какое-то мороженое. О, класс. Бери, бери, скорее, побежали в конфеты, наверное. О, чуть мимо не пробежали. Смотри, батончики, Твикс, Сникерс. Какой берем? Сникерс бери. Правильно, давай Сникерс. Батончик один, есть. О, папа Рафаэлло, бери скорее. Да побольше коробочку, клади. Так, не хочешь Орео взять? Конечно хочу, бери скорее. Орео мы еще не брали. И Барни бери, Барни тоже нам подходит. У нас еще не было Барни. Но слушай, Барни это как печенька, Орео тоже печенька. Точно, Барни, это же бисквитное, легкое печенье. Бери. Барни, это бисквит настоящий. Берем, побежали. О, вот. Это точно мы еще не брали. Смотри, Нутелла. Круто, шоколадной пасты у нас не было. Так, папа, смотри, зефир, останавливайся. Бери, зефир мы еще не брали. Конечно, не брали. Бери. Стой, папа, стой. Возвращайся, я там видел желейные конфеты. Ты что-то про них говорил. Давай, давай, подъезжай, подъезжай. Вон, видишь? Но помни, только одну пачку желейных конфет, значит. Давай, давай, поехали быстрее за чипсами. Вот, Федор, большой отдел с чипсами. Только если брать, надо взять самую большую пачку. Да, самую большую бери. Раз много нельзя, значит, самую большую. Поехали дальше. О, папа, я вижу на горизонте сок. Берем, берем, берем сок. Это же тоже не полезно, мама говорит. Берем? Федор Сергеевич, берем, но оставь такую маленькую пачку. Слушай, слушай, во! Давай вот такую, большую возьмем, ведь можно только одну, и времени мало. Берем и поехали быстрее, давай газуй. Стой, 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 мы же тут рядом. Тут же, смотри, целый отдел печенюшек. Так, Орео мы брали, но мы не брали вафельки. Да, папа, вафельки мы не брали, едь, смотри внимательно. Вот, смотри, вафельки. Вот и бери. Отлично, погнали. Федор Сергеевич, у нас уже время на исходе. Давай, давай, о, давай еще большую шоколадку возьмем. О, давай, Милка, обожаю, побежали. Папа, я придумал, поехали в молочный отдел, там сырочки мои любимые, быстрее, давай, тут скоро 5 минут закончится. Вот, я вижу, где они, смотри. Давай, давай, скорее, вон, смотри, как много их, мои любимые. Ну, этот, наверное, самый большой среди сырочков, держи. Отлично, берем, и все уже, папа, 5 минут заканчивается. Подожди, давай еще возьмем вот такую вот... Лакомство, пить молоко. Ну давай, скорее клади в корзину и побежали на кассу. Еще успеть на кассу за 5 минут, да? Да. Все, время вышло, папа. Ну ничего страшного, мы успели, мы около кассы. Давай ребятам покажем, сколько всего мы набрали за 5 минут. Вкусности, сладости и вредности. Да, смотрите, как мы много всего набрали. Давайте, участвуйте тоже в нашем челлендже. Пока-пока.